Я очень рад, что такой образ мы будем видеть 4 года. Допустим, там сюжет где-то солидная организация, да? Он нас привлекает и меня лично. Тем, что остается прежним курс нашей страны. Курс, который Владимир Владимирович Путин нам определил. Курс, которому он придал свой импульс. И мне хотелось, чтобы этот курс оставался на последующие годы. Папыч? Ну, здесь расскажи. Ну, это матрешка, да. И я считаю, что при нем, может быть, жизнь станет наша намного лучше. То, что есть уже образы, на самом деле, я считаю, что это очень печально для нашей страны. Вот, что у нас все еще продолжается такой образ царизма, в общем-то. Вот, и я считаю, что это очень даже неправильно. Я не знаю, что это такое.